Очень сильно похожи, да, ребята? Почти одинаково. Так, мы передаем привет каналу Супер Тима. Ну, смотрите, вы говорили на канале, что тут про резиновые зубчики красные, да? Теперь, ребята, трогаем зубчики от Акара Томми. Привет всем, вы на канале Мишани. Сегодня у нас будет крутой обзор взвешивания от Акара Томми. Смотрите, сколько у нас теперь новых бэев. И все это благодаря интернет-магазину Beyblade.shop. Покупайте фирменные игрушки. Канал Мишани рекомендует. Итак, сегодня у нас на распаковке будет лунер от компании Акара Томми. Волтрек V4 Акара Томми. И бустер. Мы теперь узнаем, что нам попадется внутри этого бокса. Ребята, поехали, начинаем. Давайте с бустера. Так, Мишани, давай распаковываем. Что мы тут видим? Как видите, все тут запаковано. Тут инструкция, реклама. Дальше у нас тут в коробочке вот такие. Так, мы пропустим всю распаковку, чтобы вас, ребята, не задерживать. Мы сейчас все достанем и вам покажем. Ребята, мы распаковали, мы собрали вот такой у нас, прикиньте, у нас появился вот такой бэй крутой от компании Акара Томми. У нас Вась Леопард. Мы очень рады, что нам попался. Там очень много было выбора, кто мог попасться. Там кто-то, Миша, мог бы попасться. Арк Бахамут. Да. Император Парнелл. Ребята, это очень редкая штука, вот этот леопард, который к нам попался. Смотрите, мы его чуть протестировали, и у нас есть создалось свое мнение по поводу этого леопарда. Да. Кстати, да, теперь мы сделаем сравнение от СБ. Смотрите, ребята, насколько крутая копия от СБ. И теперь от Акара Томми. Минус СБ, то что она не выпускает двухстороннее вот это кольцо. Да. Ну, там очень хорошо сделали. Смотрите, как наконечник, держи, Леш. Как наконечник, они очень одинаковые. Почти. Тут заклепки, а тут винтики, если вы видите. Хрестовые. Да, хрестовые. Очень круто и копию сделать. Раскрываем оба бэя. Что мы видим? Очень сильно похожи, да, ребята? Почти одинаковые. Так, мы передаем привет каналу Супер Тима. Ну, смотрите, вы говорили на канале, что тут про резиновые зубчики красные, да? Теперь, ребята, трогаем зубчики от Акара Томми. Они не резиновые, они пластмассовые. Они пластмассовые. Они пластмассовые. Дайте я сниму крупным планом. Ребята, это просто краска. Да, видите, мы уже сражались, у нас чуть краска уже чуть слазит. Теперь зубчики вот этого, СБ. Тоже. Видите, они тоже пластиковые, но копия идеальная. Как вы видите, сразу вы определите, где Акара Томми, где СБ. Дальше, по драйверу. Мы все сказали, видите? Они почти одинаковые. И цвет даже хорошо подобрали. И они от кошмарного Луйнора. Кольца. Очень. Кольца. Кольца нет, только здесь. Они разные. Они разные. Вот тут это СБ. Да. Атрактовора. Атрактовора из второго сезона. А тут? R3. А вот это от четвертого Волтрояка. Дальше. Или сам. И двухстороннее защитное кольцо, которое вы можете менять положение. Давай, Мишаня. Показываю положение. Это у нас... будет режим и... Это вроде бы я слышал, что это режим атаки. Атаки. И можешь режим выносливости поставить. Она тогда будет защита. Да, это режим защиты. Все работает. Или наоборот. Или наоборот. Ребята, пишите в комментариях, кто что вы думаете. Да. Ты первый. Ребята, начинаем взвешивание. Давайте Акара Томми. Давайте Акара Томми. Первое. Верхушка. Верхушка Акара Томми. 20 грамм. Поехали дальше. Верхушка СБ. Середина. 21. Ждем. 21 грамм. Чуть-чуть тяжелее. Кольцо Акара Томми Леопард. 16 грамм. Кольцо от СБ. 21 грамм. Поехали уже дальше. Тяжелее. Защитное кольцо Леопард. Двухстороннее. 3-2 грамма, в общем. Арену не трогайте, поэтому 3 грамма. Дальше. Арену не трогаем. Давай, драйвер. Драйвер Акара Томми Леопард. 6 грамм. Драйвер от Леопарда СБ. 6 грамм. Теперь весь взвешиваем целиком. Давай. От Акара Томми. Акара Томми. Леопард есть. 46 грамм. От СБ. От СБ. От СБ. 50-49. Да, но учтите, что там кольцо, а тут без кольца. Да. И
Протестируем. Протестируем. И теперь мы тестируем леопард Атакаратоми против разных БФ. Ну что, начинаем? Две кусалки. Две кусалки и два леопарда. Атакаратоми против СБ. Да, леопардус на стартус. Леопардус на стартус. 3, 2, 1, пуск. Куда Атакаратоми чуть светлее. Да. Не, это мы. Нет, наоборот, от СБ светлее. Это СБ светлее. Да. О. Ну, это Атакаратоми. А, да, СБ. У Атакаратоми есть травма. Да. Кто выиграет? СБ. СБ выиграет. Миша, запускай сильнее. 1-0 ведет СБ. 3, 2, 1. Классная арена, ребят. Друг друга гоняет. Атакаратоми занял середину. Это же неизвестно, кто победит. Потому что у них одна и та сама. А я защитное кольцо. А поменяй его, кстати. Так, меняем защитное кольцо. СБ пока ведет. Ребята, мы поменяли стороной кольцо, и у нас вот такая бочка получилась. Теперь нас будет трудно, наверное, победить. Готовы? Да. 2-0 ведет СБ. 3, 2, 1. Вау! А вот это прыжок был крутой. Бей. Атакаратоми атакует. Вообще-то это СБ его так сильно атаковало. Да, оно быстрее ускорилось. Конечно. А, СБ выигрывает 3-0. Следующий бой тестируем. На арене вас леопард Атакаратоми против Геркулеса. Поменяли мы Мишаню на Лешу. Может быть, у Леши лучше получится запускать. 3, 2, 1, пуск. О, ты вылетел. Ловушка полетел. Ловушка. Падай. 1-0 ведет Геркулес. 3, 2, 1, пуск. Геркулес ведет. Я поменял кольцо. Кольцо мы поменяли стороной. Кольцо чуть ближе к арене. 2-0 ведет Геркулес. Поменяли запускалку от СБ. Может быть, у нас получится выиграть. 3, 2, 1. Получилось. И Геркулес попал в ловушку. И он стал речи. Речи крутится. 3, 2, 1. Аут. Выскочил. Все, выигрывает Геркулес, у нас чемпион. Ребята, как ни крути, меня запускал, не меня, но Геркулес у нас оказался сильнее, да. Победил у нас Атакаратон. Вась Леопард от Атакаратоми против Афнера F4. 3, 2, 1. Так. Леопард правой стороне. Напоминаем, да, нам попался в бустере леопард, и мы очень удивились, потому что это очень редкий экземпляр. Да, я взял первой попытки. Да. И побеждает у нас Фафнер. Фафнер. Молодец, 1-0. 3, 2, 1. Фу. Как скакал на 1-1. 3, 2, 1. Мне надо лучше атаку переключить. Хотя он сам переключил. Не попасть. Чтоб Софнир высасывал. 2-1 ведет Софнир. Да. 3, 2, 1, пуск. Софнир ведет 2-1 пока. Софнир. Вау! Атаковал, и он вылетел. 3-1 выиграет Фафнир F4. Молодец. На арене Вась Леопард Атакаратоми против Спрайзен Реквием от СБ. 3, 2, 1, пуш! О! Реквием Атакаратоми или СБ? СБ. Я сейчас буду смотреть, если Реквием победит. Я вообще стою.
вообще S3 называют. S3, да, его тоже S3 называют. Ну, кто-то в комментариях подправлял нас. Да ладно. 0, да ладно, ребята. Ракем вы. 3, 2, 1. 1-1. 3, 2, 1. 1-1 счет. Ты атаку поставил, Мишаня? Нет. Выносливость. Выносливость? Выносливость какая? Не баланс у меня. Это тебя атакует леопард, ты никак не можешь бить. Да! Ничья! Ничья. Я думал, что он первый раз может. 3, 2, 1, пуф. Какой счет? И вылез. 2-1 ведет леопард. 3, 2, 1, пуф. Вау, классный бит. Он какой-то выносит. Кто? Леопард. Да. Ты юбку, кольцо поменял? Нет, оно таки было. Это я менял. Ничья. Еще раз. 3, 2, 1, пуф. Какой режим ты поменял, Миша? Атака и правой стороны. Давай, протеди я! Леопард выигрывает 3-1. Молодец! Ребята, у нас произошла битва Такаратоми Вас Леопард против наших БФ от СБ и также от Такаратоми Фафнира F4. Скажу честно, Вас Леопард сильный Б, но я думаю, что им надо уметь еще правильно запускать, потому что, как мы сегодня запускали, я не скажу, что это очень правильно. Потому что Вася Леопард у нас некоторые битвы проигрывал. Подписывайся на канал Мишаня. До новых встреч. Ставим лайки. Нажимаем на колокольчик. Пока-пока. Пока.